have ways of blowing things up. Здорово, ребятушки, с вами Оладушки, и мы продолжаем рыскать по храму Голубого Лотоса в видении том 3. Клянусь духами, это правда. Вот что я видел, высокие силуэты, спорящие над книгой. Она была старая, но могущественная. Духи мне это поведали. Я видел, как время пролетало мимо них, словно оно ничего не значило. Вокруг них поднимались и рушились города. Хотя я не понимал этих видений, я знаю, что духи направляют нас. Записи храма в новых землях, часть первая. Послушницы совсем измотаны, их нельзя за это винить. Полагаю, капитан нашего корабля заподозрил в нас что-то неладное в дни перед прибытием. Хвала духам, мы сошли на берег, прежде чем им удалось нас схватить. Это старая пещера, конечно, не храм, но она станет нам временным укрытием. Если того пожелают духи, останется лишь надеяться, что брошенный дом и его беды остались позади. Уже прочитано, спасибо. По второму разу я читать не буду. Зачем мне нести горшок? Подожди. Я заберу вашу картошку. А ты кто такой? Расшитая подушка? Не, спасибо. Попить можно. Шкафчики с этой стороны еще чекнуть надо. Ну-ка, это что-то новенькое. Том 2. Избранное видение посвященных. Огонь не давал тепла и не обжигал мою плоть. Волею духов я увидела в нем девочку, страдающую и печальную. Почему не страждущую? Ну ладно. Ужасную в своей скорби. Она шла за чьей-то тенью, но мне не удалось различить лица. Записи храма в новых землях, часть 6, судя по всему. Новая группа послушниц присоединилась к нам после инициации. Мы все думаем о несчастной Готорн, но послушницы все же в хорошем настроении. Они готовы сделать все возможное, чтобы не допустить этих скитальцев до ужасных секретов, ужасающих секретов этого места. Завтра Верховный откроет нам новый храм. Она уже объявила, что будет называться Сомноленцией. Да направят нас духи. Да, направят вас духи. Преступление против духов. Ужаснее всего то, как другар использовали наших священных духов. Другад, извиняюсь. Ради собственных целей. Черпая энергию из мира снов и нанося ущерб духам и самой их природе. Духи, сдерживаемые нечистыми артефактами, оказались в ловушке и были обречены на вечные муки. И хотя мы освободили тех, кого могли, некоторым мы до сих пор не поможем... Не можем помочь без риска. Будьте осторожнее при раскопке древних руин. Последние духи разгневаны, и месть их настигнет тех, кто не будет осмотрителен. Да, по-моему, она всех настигнет. Мы сейчас окажемся в такой зарубе какой-то адской. А кружка нет, спасибо. Заряды дробаша возьму. Вискарь не хочу. Пыль эту брать не буду. Коробка для обеда. К дну прилипла какая-то черная слизь. Спасибо. Я, наверное, можно, я откажусь. Серебряный... раз, два, три, спасибо. Это очень ценно. Ну, вот видите, короче, этих тузов тут можно нагрести дофига. Да, их нужно дофига для того, чтобы что-то прокачать. Вы только посмотрите на эту чертову карту. Она же просто гигантская. Я пока что придерживаюсь этого коридора, но там посмотрим. Бочка с маслом, бочка с хлебом, бочка с медом. А что если... Как это... Блин, я замаслился. А как это поджечь? Я думал, динамит он взорвет и подожжет, и вообще станет хорошо. А он не взорвал. Ох, я сейчас глупо сделаю, да?
Стой. Короче, я не это собирался сделать, но сработало, как сработало. F9. Да, ну нет, ну... Это у меня, по-моему, второй раз уже за игру такое случается, что... Да-да-да-да-да. Я собираюсь использовать... динамит, а... Блин, инвентарь, не будь ты переполнен. Пожалуйста. Давайте я с кем-нибудь, с компаньоном сейчас поговорю на этот счет. Снаряжение. Что хочу тебе положить? А, ну вот, те же самые хавчики. Перенести, 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 перенести. Да-да-да-да-да-да-да. А, может быть, голову, да. Вот они там стакаются как раз. Хорошо, там и сидите. А, на тебе оберег. Может, ты его даже носить будешь? Нет, ты обереги не носишь. Тебе это не надо, у тебя и так все хорошо в жизни. И пара пушек, которые мне не нужны, которые я могу разобрать. Все, немножко расхлебали инвентарь. Тут место сна. Это типа комнаты, да, я так понимаю? Деньги. Шкуру возьму. Шкуры, это ценно, из них можно делать куртки, я помню. Таким ресурсом разбрасываться не стоит. Тут вон прям слитки готовые. Нужно будет после этого вспомнить туториалы, как прокачивать оружие. Потому что у меня уже слитка и всякого такого набралось прям неплохо. Долларовые монеты... Я вот тут еще вижу. Хорошо, пособирали. Выпили. Елки, тут прям... Во-первых, я, наверное, серьезно, не до конца понимаю, где я, поэтому мне еще так немножечко... Это явно какие-то руины, раскопки, непонятно что. Так, тут... А, вон ящичек. И тут... Колдовская сумка? Пфф, конечно, берем. Я не знаю, что это, поэтому берем. Так, хильнулись. F5. По карте здесь мы были, здесь мы были. Теперь нам остается только в ту траншею идти, которая там выкопана вокруг. Это уже они накопали, скорее всего. Хотя... Вообще ни разу не факт. Че это за звук был? Подушка. Я могу картошечки понаготовить. Колода карт. Денег тут не будет, вы не успели. А, вот долларовые монеты, хорошо. Очень странное место. И получается, здесь мы выходим. А тот чувак, который к нам прибежал, это был превратившийся. Тот, который сначала превратился, ускакал. Картошечку. О, заберу. Ножик, ножик мне не нужен. В этих стенах играет вот это вот, ну не то чтобы назойливая, но какая-то музыка. Оружейные пули, которые я сразу не заметил. Просто музыка. Да, ну сундук мы обобрали. Хорошо. Это местечко мне очень сильно порадовало, потому что, во-первых, оно необычное, во-вторых, лут был неплох, и в-третьих, ну, для сайт... квеста это вообще шикарно. Причем это даже не сайт-квест, это... Змея, что ли? Это просто какое-то постороннее место, куда мы зашли. Офигеть. Так, ладно, нам...
Город-призрак. Погодите, отправляйтесь к кости. Это, погодите, правильные инструменты. Церемониальный рог вернуть. Да. Вот, сюда принести инструменты. Хорошо, у нас есть еще время. Поехали по очереди в Либи. А что нам там? Кости, милые кости, отправляйтесь в город. Это выкопать. Ладно, поехали. Языческий ритуал. Да. Почему нет? Это интересно. Сейчас они, по-моему, что-то засаманят. Я такое видел в Диабло. Это не заканчивается ничем хорошим обычно. О, духи, вступите. Да, вступите, духи. И также. Грядет жатва, тление. Ну и оно все сейчас будет враждебным, да? Они, кстати, неплохо справляются. Убегают, убегают, убегают. Я просто побоялся. А, костяная пыль. Я побоялся в них зарядить, и поэтому я не стрелял. Ну и нет, я бы не сказал бы, что я прям экономил свои патроны, но мне было страшно, что если сейчас в них выстрелю, они все на меня загрятся. Ладно, это было интересно посмотреть. Поехали дальше. У нас, кстати, вот это было еще. Два плуга. Давайте через два плуга зайдем. Это новое место. У нас тут только опасные животные. Я не буду в него стрелять, оно хоть и опасное, но пока меня не заметило, оно мне ничего не сделает. Взломать? Нет, взламывать я тоже пока что не буду. Кости. Интересно. Как же я сюда проникну? Не, ну я могу, конечно, и взломать, но, как показала практика, что должен быть какой-то лучший способ. Ха, серьезно? Может, я тут найду труп хозяина? Я украл и съел тыкву. Так. Окно. Вот как я сюда проникну. Я же говорю, всегда есть какой-то хороший метод. Так, это я случайно на Alt нажимаю. Съесть, съесть, съесть. Насос для воды. Не, подождите. Должно быть что-то интересное. А вот и ключик. Погоди. Я ж нашел ключ, вы чё? Хорошо, посмотрим, что мы можем этим ключом открыть.
Зачем тебе три двери? Ты мне не подскажешь? О, веревочка. Веревочку возьму. Посмотрим, что в том сарае. Он тоже, скорее всего, открывается этим ключом. В смысле? Использована отмычка. Вы чё? Я не посмотрел. Я не хотел, чтобы была использована отмычка. Я же надеялся, что этим ключом все откроется. Ладно, что с той дверью делать? Ее можно теоретически... взорвать? Что я, наверное... Антикварный ключ. Всегда нужно, что этот город заново... То есть она потеряла ключ и теперь не знает, где этот ключ. Класс. Волк ее съест, нет? Съест. Так, серьезное преступление. Я сделал это серьезное преступление за 10 баксов и... И все. А, ну аптечка. Хорошо, аптечка того стоила. Ладно. Ова. Хорошо. Отмычку потратил, жаль. Наверное, и не стоило тратить вот на вот... Тут же никакого ни погреба, ни входа, никуда. Пойдем труп этой бедолаги обыщем, блин. Спала, у нее стащили ключ, потом ее сожрали волки. Красота. А где? Вот. Еще и волку пришлось убить за это. Ладно, с волка я заберу мясо. У нее ничего так и нету. О, торнадо, до свидания. Да, я, наверное, зря это сделал. Признаю. Репутация минус 30. То есть я добивался. И одним вот этим вот взрывом... Хорошо, будем знать, что так делать не стоит. Заброшено. Так, ну что ж. Вы как медведь в машину не сядете, не сгорите? Черт, я горю. Я опять горю. Я чуть не взорвал свою напарницу. Хватит гореть, пожалуйста. Спасибо. Раны гноятся. Ну, дружище. Давай-ка мы с тобой лечиться сейчас будем. Фу. А это... Просто она стояла прямо возле этой штуки. Я ее взорвал. А, это какие-то зомбари. Уйди от меня, уйди от меня. Они заражают все вокруг? Блин, это какие-то новые враги. Прикольно, такого раньше не видел. Так, это стало интересней. Два патрончика. Мне нужно срочно моих ребят лечить.
Так, а в Либби мы делаем... Найдите предмет кружевной платок. А, в могиле. Фига себе. А, это меня вот этот старичок-дурачок отправил вот сюда за платочком. Рандомный золотой туз. Нормально. Так, это можно... это отравление можно скинуть. Но оно закончится скоро уже. Закончится, говорю. Спасибо. Так, ну эти взрывы, они одноразовые. Да, они одноразовые. О, да тут еще такая штука есть. Фига себе. Не, ну то так-то выгодно. Только вылечиться надо. А так, в принципе, да, я видел, что там написано пусто. Потом где-нибудь поспим, отдохнем или что-то такое. ХПшечку восстановим. Будет неплохо. Тут все поросло каким-то говном, блин. Страшно, очень страшно. Встань, пожалуйста. А что ты намокла-то сразу? Ай. Так, это говно полопали, хорошо. Блин, он в меня попал этой штукой. Нет, 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 иди нафиг. Блин, я на своего же накинул, ладно. Ну, то есть, бить их, конечно, это, а хлебушек с них жрать можно. А еще и взрываются. Что там, С? О, помощь друга. Очень вовремя. Нет! Напарника убили, получается. Ну, окей. Да-да-да, я тебя понял. А, хочу ли я загружаться? Да, наверное, нет. Так, дружище. Снаряжение. А, ты мне весь хапчик понесешь. Что я тебе еще могу дать? Может быть, самородки, что ли? Не знаю. Веревок у меня много. Давай еще вот эти веревки понесешь. Сейчас я у нее заберу, что еще было. Кроме куртки, да, видимо. Так, это было. А, головы. Угу. Ну, у него еще место нормально, кстати. А вот это. Хавчик. Блин, может хавчик не весь нужно было сгружать. Ну, там посмотрим. Из них курточку тоже заберу. Я понимаю, что напарник был бесплатный, но... В
смысле по тебе попало? Не, по тебе не попало. Подкова. Противоядие. Как раз вот что, я одно потратил, одно подобрал. Отвратительное место. Оно интересное, но отвратительное. А кусок угля, то, наверное, нет. Это видно же было, что пусто. Зачем я на это клацаю? Так, тут взять все. Редкий сундучок, но в котором можно взять все. Мне предлагают подлечиться. Ладно, нас отравило. Зачем я это хотел сделать, я так и не понял до конца. Так. 23. 22. Не так много снимает. Да, чувака тоже сейчас покоцает, но я думаю, мы это переживем. Еще немного таких мы сможем пережить. Да уж. Вот это говнище тут, конечно. Это какой-то город зараженных или вообще непонятно что. Погодите, а я же их не обыскиваю. А почему я их не... А потому что они не выглядят как трупы. Они выглядят... Шкуру тоже возьму. Они выглядят просто как куски говна на земле, серьезно. Оно еще и на земле это говно осталось. Ладно, икс, фиг с ним. Использую одну аптечку. Да хорош меня травить. Гвозди. И подковы. Стой, кассовый аппарат. Ищи отмычку на него. Давай, потрачу, ладно. $2. Ай, мне это место очень не радо, я так понимаю, да? Патроны винтовочные. Погоди, книжка в воздухе? Уже прочитана, ясно, понятно. 6 баксов. Отмычки надо было купить, когда был в городе. Не подумал об этом, печалька. Блин, а место-то здоровое. Заранее их повзрываю. Это просто источник заражения какой-то. Можно и повзрывать. И побегать, и поискать. Так, здесь ничего. Да пока все эти сараи пройдешь, они все на одно лицо, к тому же. Давайте в эту сторону сходим. Большой город когда-то был, по сути. Ладно, что-то я теперь думаю, что из-за одного туза... Я тут еще, правда, лута нашел, но все-таки... О, создать куртки, дубильный станок. Нет шкур для выделки. Для... Так у меня... А, я же отдал шкуру. Тьфу ты. Я понял, ладно.
О, кинжалы кости. Хорошо, возможно, мне это спасет парочку отмычек. Вот это тут, конечно, трешак творится. В подвал я уже не зайду. Я на эту комнатку возлагал некие надежды. То есть тут более-менее здания идут по одному проекту. К проекту, насколько это слово здесь уместно. Так, я шел изначально вот так. Давайте вот так и пойду. Мелочек. Вот тут вода. Я не это, я буду пить эту воду, мне нормально. Я так понимаю, что когда я выйду с этой локации, у меня мой третий, ну, второй компонент, третий участник моей команды, он перестанет выделяться, да, хоть каким-либо образом. Хотя, учитывая, что это за игра, я не удивлюсь, если ее можно воскресить, еще что-нибудь с ней сделать. Вот это сейчас был скример, честно, не ожидал. Такой, заходишь, у тебя в комнате тупо лошадь. Лошадь, чертова лошадь в комнате, это... Ай, как же я сейчас... фух. Нельзя так делать, вы чё? Какая лошадь в какой комнате? Стул. Серьезно, всякие вот эти страхи, которые здесь показывают, это все ни о чем. А вот лошадь-скример, это вполне реально. Это шериф-офис у нас, да? Да. Открыть 5 отмычками ключ от камеры. То есть тот ключ, который я нашел, он явно не отсюда. Открыть дверь. Открыть окно. Стоп, но нам же, по сути, на местное кладбище надо, я так понимаю. Вот, чуть-чуть не дошли до бочек с водой, я бы тут вылечил и себя, чтобы аптечку не жрать, и напарницу свою. Взломать одной отмычкой, ага, спасибо. Хорошая полочка, мне нравится. Еще офигеть, тут золотых тузов набросано просто до задницы. Я пойду сюда. Не знаю зачем, правда. Тут реально ничего. Ну, то есть, как бы, ржавая коробка для обеда, спасибо. 3 пульки. Да ну не, ребят, оно того не стоило, вы чё? Печаль. Но это лотерея, никогда не знаешь, где найдешь, где потеряешь. Тут я уже все обыскал. Нормально, 2 туза в одном здании. А что мне вообще по тузам получается? Я же могу уже что-то прокачивать. Так, этих вообще 9 тузов, у меня 5. То есть я могу... Может быть, еще раз лидера качнуть? Добавить здоровье? Так, погодите, погодите. Снижает шансы того, что отмычка сломается при открытии. Расхититель. Больше денег. Торгаш. Динамиты и связки. Больше. Вы прыгаете на 10% выше, получаете меньше. Вот, это, кстати, неплохо. При использовании бинтов восстановите на 20% больше. Тоже хорошо.
из ружья, лука. Еще и скорость стрельбы. Я пока не знаю, не уверен. Я бы еще лидера качнул бы. Это получается, я сейчас потрачу 3, у меня останется 2. Один мне он даст за квест. Найдите предмет кружевной платок в могиле Либби. В могиле. А где у вас тут кладбище? Наверное, где-то... Иди нафиг. Я бы сказал, бы где-то рядом с церковью. Подземный тайник. Фига себе. Еще один. Я в этой зоне сколько уже? 3-4 золотых туза нашел. О, здравствуйте. Что трясешься? Это место заброшено с самого возвращения. Вы мне не нравитесь, ребят. Покоцали, но это уже другое дело. В смысле, у меня опять переполнен инвентарь? Дружище, давай поговорим. Снаряжение. Что я могу тебе еще скинуть? Куртка 10, куртка. Устойчивость к огню лучше. Это устойчивость к ядам хорошая. Что я могу тебе отдать-то на этот раз? Давай-ка ты вот эти вот... Куры, вот это все будешь таскать, давай. Погоди, что это я тебе последнее скинул? Молодовская зона. Так. Меня интересует лопата. Есть ли у вас кого-нибудь, друзья мои? Могила. Обыскать косточка. Обыскать косточка. Обыскать. Обыскать. Алехандро Маркес. Погоди. Сэмюэл Уайт. Джойс Петерсон. Обыскать. Келли Картер. Охотник за головами. Дэниел Браун. Погодите, а где Либби? Видите, я хилку себе. Вилл, Ширли Морган, Кэролан Моррис. Кто из вас Либби-то? О, а вот это? Тут нет еще одного идола страшного какого-нибудь. Так, это я обыскивал. Ну, давайте, что ли, копать. Я понимаю, что по именам вроде как можно найти, но имена не совпадают. А, давайте в пяточку. Если мы не до того докопаемся. Келли Картер. Так, тебя я обыскивал. Дэниела Брауна. Неплохо-то, кстати. А вот и платочек. Кружевной платочек. Кэролин Моррис. Как Кэролин стала Либби? Не знаю. У меня, по-моему, лопата скоро закончится. Насколько ее там еще? На одно использование. Я больше не смогу копаться. Мне нужно будет купить где-нибудь чертову лопату. А,
Хорошо. Я думаю, мы тут сделали все, что могли, все обшарили, все залутали. Можно будет как-нибудь когда-нибудь где-нибудь поспать, наверное. Я так и не пробовал ни разу восстанавливаться сном. Зачем я аж так бегу? О, здравствуйте, а вот этого я не видел. А что это вы тут делаете? Там серебряный сундук, или мне кажется? Оберег стрелка, фига себе, фига себе, колдовская. Вот это местечко, я такой, да, я тут уже все зачистил, бах. Ну, потому что здесь я, кстати, по сторонам не особо-то шарил. Я тут прошел вперед, и все. Это там, за мостом, я уже начал. Ну, тут я все обыскал, конечно. Но тут туда не заходил. За мостом я стал более широко смотреть, скажем, на вещи. Вот останки необысканные. Нормально. Валяются здесь неприкаянные. Так, а куда бы... Крик Бенд, где-то здесь был, ну, а, банда стоячей воды. Ясно, блин, мне бы в таком состоянии. Давайте я схожу обратно на паузе. Сходил, блин, на меня напали по пути. Волк? Меня напали волки. Я не смог от них убежать на лошади. Нет, не за... Нет, это использование лопаты было... Короче, смотрите, в чем прикол. Выбрось. Просто зажимаешь, и это закопать, а когда ты в трупе... Куда? Стой! Не надо, пожалуйста! Я сейчас убьюсь нафиг. Что это было? Зачем это было? Зато у меня лопата будет целая, наверное. А, на меня даже волки не нападут, сейчас, скорее всего. Вой койота. Здесь не брезгуют никакой пищи. Да, пойдем посмотрим. Это не нападение. То было именно нападение волка. Я не мог его избежать, а тут. Погодите, ну для чего это было? Может, я тут где-то поховать себе смогу сделать? А, аптечка и золотой слиток, фига себе. Так, покажи снаряжение. Слушай. На тебе, наверное, вот эту курточку. Нет, ты... Ну, ты же переоденешь потом, я надеюсь. У меня пушки не разобраны есть, а когда я успел? Ладно. И оберег я хотел переодеть, хороший который. Но после критического удара вы автоматически перезаряжаете используемое оружие. Так. Одень, пожалуйста. И какой там был второй? Вы горите, вы двигаетесь быстрее. Вот этот еще оденем, хорошо. Тут костер-то можно развести? Подождите, вы не жрите, дайте я уеду сначала. Я, по-моему, кого птицу сбил.
Карачка. А, вот, собственно, и патроны. Те, кого те ребята загрызли. Я, да-да-да, сейчас я стану на это и опять улечу. Не, спасибо. Поехали. В город, в город. Так, ну хорошо. Вроде как нормально на этот раз получилось. Сейчас мы быстренько пойдем и квест сдадим, и продадимся немножечко. О, офис доктора, кстати. Да, неплохо. На, держи. О, хвала духам, как раз это мне нужно. Отлично, да, благодарю вас. Инун, вот возьмите этот туз, который я обещал. Вам явно больше пригодится, чем мне. Репутация минус 10? Я потерял репутацию за то, что я сделал этот квест? Ой, да ладно вам. А ты что хочешь? Бинт купить за 23. Надеюсь, вы сможете помочь с одним срочным заказом. У одного из моих постоянных клиентов ребенок заболел лихорадкой. Моя старая кляча не успеет добраться туда ко времени. Возьмите на себя доставку. Можете оставить себе за труды 40 долларов, которые предназначались мне. Я не знаю куда. Ну, согласиться, давай. Может быть, я себе таким образом репутацию подкину. Так, мне нужен General Store. Он был вроде как. Где он был-то? Нет, это Firearms, погодите, не сюда. Вон желтое здание General Store. Да. Точно, прямо рядышком было. Я себе оставил это как отметочку, типа, продавец поговорить. Так, покажи товар, продать мусор. Раз. Продать мусор. Два. Надо будет какой-то хавчик себе перекинуть. И надо будет в лошади держать какую-то. А, вот отмычки. Сколько у меня их? Одна. Давайте, да, я куплю три. И лопату надо, блин, 13 баксов. Продать за 3. Да, давай. Немножечко возместим себе. Я чуть свою же только что не купил. И он и продает также за 13 баксов. Блин, слушайте, а это выгодно. Отмычки-то я купил. Сколько у меня сейчас отмычек? 4. Угу. Так, цена перепродажи. Продать я могу кому? Пушки. Мне с этими куртками что-то делать надо, но кому я могу их перепродать? Я не знаю. Так, хорошо, другое дело. Давайте похаваем. Не буду я и бинты использовать, успокойтесь. Куда я хотел зайти? Я хотел насчет слитков зайти. Да, точно. Иди сюда, покажи мне снаряжение и отдай ко мне вот это, вот это, вот это. Не хватает места, отлично. Пыхтит. Пусть пыхтит. Это вода стояла? И, кстати, вон тот колодец. Я туда спускался или нет? Или туда невозможно спуститься? Ну-ка. Нет, тут только ведро с водой, которое можно выпить. Кстати, ведра с водой можно выпивать. Это интересно. Пол хипешки. Вот где можно. Все, я понял, я понял. Я понял. У меня места нету, да, это я понимаю. Подождите. Я что-нибудь сейчас скину. Мне вообще не проблема. Например, вот эту курточку, вот эту курточку. Отлично. Золотой самородок. Выплавить два. Шарпс. Я могу
7 серебряных самородков на это уйдет. У меня слитки, самородки. Так, хорошо. Хороший револьвер, хороший дробовик и хорошее ружье. Так, тут серебро нужно. Оно на все серебро нужно. Да, я, наверное, хочу себе. Выплавить 3. Медный самородок, золотой самородок. А что лучше, типа самородки или слитки? А, я понял. Слитки все-таки будут поприятней. Так, отлично. Значит, оружие... Нет, инвентарь. Оружие, пожалуйста. Вот этот вот можно разобрать. Я свой улучшил, выходит. Да, отлично. То есть у меня сейчас револьвер на 3 звезды, что вообще шоколадно. Больше я сейчас ничего сделать не могу, потому что там дальше нужно еще идти. Угу. Более-менее понял, как это работает. Так, вещи, которые я посбрасывал. Взять все. Давайте я в пяточку. Хорошо. Потерянные нити. Добудьте предмет. Лучшее воскресное пальто. 18 дней. Зал щедрый жад. Найдите Анейру. Доставьте припасы зверолов Терри Уорд. Хижина. Да-да-да-да-да. Ну, ладно. Тогда получается, что поехали. Хотя бы оружие себе хоть как-то качнул. А это... Ян Крик, добудьте предмет лучшее воскресное пальто. Здесь... верните предмет Рок. А, да, это мне сдать квест сюда надо. Падальщики. Стрелять на дороге могут встречать только одно. Окей, пойдем посмотрим. Тут дает мне выбор, потому что я на лошади, поэтому почему бы нет. О, заказ от клиента. Список товаров, которые так и не добрались за тех, кто их ждал. От самих товаров давно уже не осталось и следа. Список невозможно прочитать. Он слишком долго пролежал под открытым небом, как и сам торговец. А вы говорите. А вы, блин, говорите. Тут еще дофига чего можно... Сырое мясо, например. Мертвое лошадцо. Но мясо с них еще нормальное. У нас спальный мешок. Давайте возьму. Погоди, вот тебя я еще не щупал. О, у тебя тут пирог свежий. Сундук с 10 баксами, что тоже хорошо. Пожалуй, все сейчас кактус выпьем, можно валить отсюда. Отправляемся дальше, сдадим квест. Я думаю, что к следующей серии можно будет пойти по основному, раз он там недалеко. Мы будем так, наверное, где-то 2-3 побочки, пока они вот такие вот интересные, пока они не повторяются. Вот, и потом по основному. Так, зал щедро жата. Что-то мне там деньги обещал вроде, да? Угу, вернулись духи, услышали мои молитвы. Церемониальный рок у вас. Да благодарит вас Иоанн. Примите $100 в знак нашей благодарности. Как и обещано, ступать тропами духов. Да-да-да, или даже духов. Вот, это репутацию мне поднимает. Хорошее деяние, потому что я себе репутацию очень сильно уронил. Во-первых, тем взрывом, который на тридцатник уронил мне репутацию. А во-вторых... погодите, я же сюда уже... А, ну да, я сюда уже спускался. Я хотел сказать, зачем вы закрыли этот колодец? Я там уже был, но все честно. А это лекарство 9 дней. Доставьте. Блин, надо было сразу туда. 9 дней это как бы...
Сюда 18 дней. Здесь, здесь. Ну, давайте сюда. Угу. В гроб еще рано. Спасибо за спасение, деревенщина. Когда в следующий раз увидимся, с меня бутылка виски. С клеймом там поаккуратнее, лады? Ну да, да. Аккуратнее, чтобы мне шею не прострелили. Большое ущелье. Хорошо, тут у нас, я так понимаю, намечается большая драка. Почему я с дробашом, я не знаю. У меня же есть хорош прокачанный револьвер, да и с этим можно походить. Пока патроны есть. Давайте в пяточку. Что-то я про лекарства провтыкал, но мне сразу в списке не появилось, я не посмотрел, куда мне надо. А оно оказалось совершенно в другом направлении. Но, ладно, в следующий раз мы тогда пойдем по сюжетке, а потом уже решим, куда и как нам надо. Я так думаю, что мы сначала пойдем доставим припасы, потом доставим лекарства, потом зайдем в скворечню, продадимся, а там уже глянем. Да заодно будет видно, где у нас следующее сюжетное задание. Пока что на этом все. Спасибо, что были с нами. Всем удачи, добра, бобра. Всем молодушек. Всем покеда.